360 тысяч автомобилей марки Tesla собираются отозвать. Вся причина в неисправном программном обеспечении. Оказывается, автопилот может натворить немало бед. Коснется это и автомобилистов из России. Правда, к дилеру везти машину не придется. Скачать новое ПО можно через интернет. А еще узнайте о том, что в Огайо местные жители развлекаются по-новому. Они поджигают воду из-под крана. Все дело в том, что несколько недель назад там столкнулись два поезда, и в атмосферу и в воду попало очень ядовитое вещество. Теперь все это вещество плавает в водопроводе. Ну а в Италии пингвины самостоятельно прошли предполетный досмотр. Обо всем этом подробнее в выпуске мировых новостей, а также в нашем Телеграм и Ютуб-канале. Не пропустите!